Мост по улице Комарова в станице Северской продолжают обследовать в связи с аварийным состоянием. Сейчас рабочие произвели вскрытие дорожного полотна, чтобы оценить степень повреждения сооружения. После экспертной оценки примут решение о возможности текущего ремонта или же его капитальной реконструкции. Пешеходы могут по-прежнему проходить по мосту в разрешенной зоне. Ситуацию ежедневно контролируют как местные, так и районные власти.